Some people who should die live. Some people with nothing thrive. Некоторые люди должны были умереть, но выжили. Некоторые люди процветают, не имея ничего. Некоторые, потеряв все, строят заново. Узнай их секрет. Добро пожаловать на программу «Мировое влияние». Я Билли Уилсон. Сегодняшняя программа изменит вашу жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы оставались со мной. Мы будем говорить об одной из самых мощных сил в мире. Писание говорит, что это одна из тех вещей, которые пребывают. Это надежда. Я верю, что мы имеем надежду на Иисуса Христа вне зависимости от наших обстоятельств. И сегодня я буду проповедовать на тему «Держаться за надежду». Поэтому если вы опустили руки, чувствуете безнадегу и удрученность, то оставайтесь с нами и не пропустите сегодняшнее учение. Пока я буду служить вам в течение этой программы, если вам нужна молитва, позвоните нам по телефону, который вы видите на экране, или свяжитесь с нами через наш сайт. Мы получаем звонки от сотен зрителей каждую неделю со всех уголков Земли. Поэтому, где бы вы сейчас ни смотрели эту программу, зайдите на наш сайт, свяжитесь с нами, расскажите мне вашу историю. Сегодня я буду, в частности, рассматривать отрывок из книги пророка Иеремии. Иеремия передавал послание надежды тем, кто находился в пленении и чувствовали себя потерянными в этом новом положении в своей жизни. Если вы сегодня так чувствуете себя, то не пропустите это слово от Бога. Оставайтесь с нами и помните, вы можете позвонить или зайти на сайт. И что самое важное, я хочу, чтобы вы услышали сегодня Слово Божие на тему «Держаться за надежду». Согласно теории надежды доктора Снайдера, надежду можно охарактеризовать как волю и способы достижения целей. Цели — это вещи, которые мы желаем пережить, создать, получить или кем стать. Это может быть и обычное желание комфорта, нужда прокормить семью или желание достичь в жизни значимости. Снайдер утверждает, что люди делятся на индивидуумов высокой надежды и низкой надежды, что основывается на их вере в то, что они могут достигнуть своих целей. К тому же эта вера не основывается на обстоятельствах. Если взять во внимание известную иерархию потребителей Маслова, то, по сути, все человеческие нужды подпадают под пять категорий. Физические нужды, такие как вода, воздух, пища, сон. Нужды безопасности, укрытие от хищников и постоянная работа. Социальные нужды — любовь, привязанность, семья, общество. Нужды в оценке, признание, статус, достижения. И, наконец, нужды в самореализации, когда человек знает себя и может сфокусироваться на своем потенциале. Согласно этой теории, нужно, чтобы основные нужды человека, как то пища, вода и воздух, были удовлетворены прежде, чем человек будет стремиться иметь свое жилье, любовь, статус и использовать свой потенциал. Но надежда — это то, что становится мостом для этих слоев. Люди низкой надежды находятся под влиянием страха спуститься на более низкий уровень, а люди с высоким уровнем надежды видят свою ситуацию шире. Они двигаются вверх к лучшей жизни. Единственное, что их разделяет, это вера. Это их способность держаться за надежду. Кори Тен Бум была христианкой, часовщиком в Нидерландах до начала Второй мировой войны. Она и ее сестра Бетси прятали в своем доме евреев. Но в феврале 44-го их предал сосед, и они были отправлены в концлагерь. Среди всех ужасов нацистского концлагеря Кори и Бетси строили планы. Они рассуждали о том, как построят место для людей, прошедших лагеря, как для заключенных, так и для надзирателей. Там они смогут получить питание, найти работу и быть исцеленными. В декабре того года Бетси умерла в лагере. Ее последние слова были слова надежды. «Нет столь глубокого рва, чтобы Божья любовь не была еще глубже». Кори выжила, вернулась в Нидерланды после войны и основала центр реабилитации, который они с Бетси задумывали вместе. Однажды бывший солдат, известный как самый жестокий из всех надзирателей в лагере, пришел в ее центр в поисках помощи. Позже Кори написала:
Долгое время мы держали друг друга за руки. Бывшая заключенная и бывший надзиратель. Я еще никогда так сильно не испытывала Божью любовь. Кори Тен Бум принесла любовь, самоуважение и прощение в жизни многих людей. И все это потому, что она и ее сестра Бетси верили в жизнь за стенами концлагеря, и они могли держаться за надежду, несмотря ни на что. Интернет-магазин Amazon насчитывает 34 тысячи книг о надежде. Позвольте доктору Билли Уилсону, президенту университета Орала Робертса, воодушевить вас, какой бы сложной ни была ваша ситуация, с помощью книги под названием «Зов Отца». Пожертвуйте $15 или больше на наше служение, и вы получите эту книгу. Вся информация на ваших экранах. Что у меня в списке дел? Я преподаватель балета, работаю полное время. У меня очень много дел. Я хотела закончить образование и при этом не отказываться от моей любимой работы. В этом мне помогает онлайн-обучение. Я могу заниматься дистанционно и не пропускать репетиции и другие дела, связанные с балетом. Я успеваю потренироваться, пообедать, и даже хватает времени на увлечения. И даже могу подремать. О, Джой и еще одно. Чи Чен. Диплом. Онлайн-обучение в университет Орала Робертса позволяет жить и учиться. Зайдите на сайт, адрес которого вы видите на экране, чтобы начать ваш новый список дел. Сегодня в программе «Мировое влияние» мы говорим о надежде. Мы назвали наше сегодняшнее учение «Держаться за надежду». Как посреди всех обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь в жизни, вы все же можете иметь надежду. Надежда определяется ожиданием блага или убеждением сердца, что все будет хорошо. А для нас, верующих христиан, это понимание и вера в то, что Бог в итоге обернет все нам ко благу. Хочу поговорить с вами о надежде и о том, что вы можете иметь надежду вне зависимости ни от чего. Знакомый рассказал мне, что несколько лет назад в Северной Атлантике затонул корабль. Судно упало на самое дно, и, разумеется, было сделано предположение, что все моряки погибли. Водолазы отправились искать останки и, по возможности, сохранившиеся материалы затонувшего судна. Когда они подобрались к дыре на судне, стоящем на дне океана, они услышали небольшое постукивание по судну. Прислушавшись, они поняли, что кто-то выстукивал азбуку Морзе. Поняв, что это азбука Морзе, они начали прислушиваться, что именно они настукивают. И распознали послание «Есть ли надежда? Есть ли надежда?». Моряки, оказавшиеся на дне океана внутри судна, несмотря на свои ужасные обстоятельства, когда вокруг них все было безнадежно, все же держались за надежду. Конечно, в тот день они были спасены к огромной радости их семей и их самих. Мартин Лютер говорил, «Все, что делается в этом мире, делается надеждой». Билли Грэм несколько лет назад сказал, «Человек может всю жизнь прожить без секса, возможно, 75 дней без пищи, 10 дней без воды, 6 минут без кислорода, но невозможно прожить очень долго без надежды». Сегодня хочу говорить о надежде и ее цели в вашей жизни. Вы можете иметь надежду посреди любых ситуаций. А вот место Писания, которое мы посмотрим. 29 глава Иеремии. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне. И я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Иеремия находился в Иерусалиме. На него сильно давило правительство Иудеи, потому что он провозглашал, что
что за аморальность Иуды грядет Божий суд. В момент написания этого отрывка из 29 главы Иеремия был взят Духом Божьим, и Дух Святой передает ему послание для тех, кто вот-вот будет захвачен в плен. Иеремия провозгласил, что город будет взят в плен. В Писании много говорится об этих людях, которым Бог дает надежду. В 136-м псалме мы также находим повествование о них. На мой взгляд, это вполне актуально для нашей сегодняшней темы. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песен, и притеснители наши висели. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Это был вопрос людей, находящихся в плену. Как они могут петь песни Господу, находясь в плену Вавилона? Иеремия говорит им, что Бог знает, что происходит у них в жизни. Он все это запланировал, что вы будете находиться в этом пленении 70 лет. Поселитесь в городе и благословите этот город. Бог знает, что запланировал для вас. Другими словами, вы можете надеяться даже посреди плена, имея веру в Бога. Сегодня я хочу детально рассмотреть это место в книге Иеремии и поговорить о том, что мы можем иметь надежду вне зависимости ни от чего. Во-первых, мы можем иметь надежду, потому что Бог всегда имеет план. Даже среди 70-летнего пленения у Бога был план, который служил во благо его народу, народу израильскому. Они не видели, какой это план, они не всегда все понимали, но Бог осуществлял свой план. Сегодня хочу сказать вам, если вы в отчаянии, если вы верите Богу, если вы сын или дочь Божия, у Бога есть план, и Он осуществляет этот план в вашей жизни. В самые сложные моменты моей жизни, когда я чувствовал себя подавленным, когда меня тянуло на дно, я открывал для себя надежду, доверяя Богу, и Он осуществлял свой план. Также я хочу сказать, что даже если эти обстоятельства пришли в вашу жизнь как результат вашего греха и ошибок, или же сатана вас поместил туда, совсем не обязательно, что Бог является автором этих обстоятельств. Но Он использует их, если вы Ему доверитесь. Он возьмет все, что с вами происходит, и повернет все во благо. Итак, можете ли вы иметь ожидание блага, несмотря на то, с чем вам сегодня приходится сталкиваться? Я скажу «да», потому что у Бога есть план. Итак, Иеремия пишет тем, кто в плену: «Я знаю намерения, которые я имею о вас», — говорит Господь. Бог имеет план для вашей жизни сегодня, и вы можете Ему доверять. Что бы вы сейчас ни проходили, и как бы ни было тяжело, вы все же можете надеяться. Я вернусь очень скоро, чтобы продолжить наше занятие на тему «Держаться за надежду». Иудейское пленение в Вавилоне длилось 70 лет. Я так больше не могу. Мне так одиноко. Мама! Нет, перестань! Почему ты от нас уходишь? И куда нам теперь идти? Позвольте доктору Билли Уилсону, президенту университета Орала Робертса, воодушевить вас, какой бы сложной ни была ваша ситуация, с помощью книги под названием «Зов Отца». Пожертвуйте $15 или больше на наше служение, и вы получите эту книгу. Вся информация на ваших экранах. Рак. Обрести надежду посреди скорбей. Я проходила ежегодный осмотр и монограмму. Мне позвонили, задали несколько вопросов. Я прошла биопсию. И 3 декабря 2013 года у меня диагностировали рак груди. Наши первые мысли были, что теперь делать. И нам порекомендовали сделать операцию на груди в Талсе. Хотя я была на ранней стадии, но этот тип рака распространяется очень быстро. Поэтому я пошла на мастэктомию одной груди и прошла курс химиотерапии 8 раз. Я потеряла волосы, ресницы, брови. Это было сложно. Очень, очень сложно.
Они дали мне одно лекарство. Оно красного цвета. Его называют «красный дьявол». И когда это лекарство проникало в мое тело, мы молились и провозглашали, что это кровь Иисуса. Кровь Иисуса меня исцелит и уничтожит все раковые клетки драгоценной кровью. И Бог сказал мне, «Тебе придется пройти через огонь». До того, как врач сказал мне, что мне предстоит химиотерапия, я знала, что это часть курса, потому что Бог заранее проговорил ко мне, «Тебе предстоит пройти через огонь, но я буду с тобой». Он действительно никогда ни на миг нас не покидал. Нас обоих. Я говорю за нас двоих, потому что мы прошли через это вместе, даже если я прошла это физически, а Брайан эмоционально. Один из способов найти надежду на пути борьбы с раком состоит в том, что внимательно смотреть на то, что он делает для нас в процессе. Когда ты посреди этого, то, если честно, трудно увидеть надежду. Однажды по дороге на химиотерапию Фрэн получила сообщение, в котором говорилось, что за нее сейчас молятся. Откуда они могли знать, что она прямо сейчас едет на химиотерапию? Все вместе — молитва, лекарства, больница, люди, друзья — все это давало мне надежду, в которой я так нуждалась, чтобы бороться и победить рак. У меня нет рака. Рака нет, мы сдали анализы. У меня все хорошо. Врач сказал, рака нет. Я пробежала марафон в субботу. Это мой первый марафон с тех пор, как мне поставили диагноз. Я очень довольна и назвала это дистанцией моей победы. С 1982 года процент выживания пациентов, болеющих раком, вырос до 99%. Сегодня я хочу вас вдохновить держаться за надежду, в каких бы вы ни были обстоятельствах. Много лет назад была написана книга под названием «Преодолевая самые сложные жизненные битвы». Книга написана психологом Джулия Сигал. В этой книге она рассказывает о солдатах, ставшими военнопленными на Тихом океане во время Второй мировой. Они были взяты в плен японцами. Она прослеживает жизнь этих солдат. Многие из них не вернулись домой, но многие из них прожили полноценной жизни после Второй мировой войны. Она приходит к выводу, что причина, почему многие не вернулись и многие вернулись, заключалась в том, что не все могли найти надежду. Она изучала людей, которые вернулись домой. Находясь в плену, они думали о том, на ком женятся, когда вернутся. Они рисовали свой будущий дом и планировали, какой бизнес они начнут, когда возвратятся на родину. Эти военнопленные держались за свою надежду, и она помогла им выжить и увидеть будущее. Сегодня я верю, вы можете все преодолеть, пройти через это. В первой части нашего послания я говорил на местописание из Иеремии. Иеремия обращался к пленникам в будущем и говорил им, что они могут иметь надежду на Бога. Первый пункт, о котором я сегодня говорил, рассуждая над местом из 29 главы, это что Бог всегда имеет план. Что бы вы ни проходили сейчас, у Бога есть план для вас. Второе, что бы я хотел сегодня сказать, это что Бог услышит ваш вопль. Еще раз этот отрывок. «Воззовете ко мне и пойдете, и помолитесь, и я услышу вас». Писание говорит, слышит Господь вопль праведника. Поэтому если вы сегодня чувствуете, что находитесь в плену чего-то, чувствуете себя на дне океана, придавленными вашими обстоятельствами, я хочу вам напомнить, что Бог слышит ваш вопль. Откройте свои уста, откройте сердце и вопите к Господу. Иеремия говорит пленникам, когда вы находитесь в пленении, и вам говорят петь песни Господне, а вы не знаете как, когда вас окружают стесненные обстоятельства, помните, что Бог слышит ваш вопль. Он везде, в каждое мгновение, и Он слышит вашу молитву. Третий пункт. Бог не только имеет план для вас и слышит ваш вопль, но Бог способен изменить вашу ситуацию. Подумаем о некоторых библейских героях. Авраам, ему 99 лет, а его жене Саре 90. Она бесплодна, у них нет детей. Бог объявляет им, что у них будет ребенок, и у них родится сын. Это вызвало смех у Сары и у Авраама. Бог их вдохновляет, говоря, что для него нет ничего невозможного. Писание говорит, что Авраам имел надежду, что Бог может изменить их ситуацию.
послании к римлянам сказано так: «Он сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое». Другими словами, Авраам верил и надеялся, когда надежда казалась невозможной. Я хочу вдохновить вас сегодня. Может, это выглядит невозможным, и может кажется, что все очень трудно, но он способен изменить вашу ситуацию. Еще один библейский герой, оказавшийся в ужасной ситуации, это Иов. Он потерял всех своих детей, потерял все свои ресурсы и финансы. Он был богатым человеком и вдруг стал нищим. И затем он еще лишился здоровья. Его состояние было настолько ужасным, что ему пришлось соскребать свою кожу. Он брал скребок и отдирал от своей плоти свою сухую кожу. Его болезнь была ужасной, кожа почернела и отделялась от костей. Иов был в страшной ситуации, но все же вот что он сказал в 19 главе. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Его, и стоевает сердце мое в груди моей». Иов говорил: «Через что бы я ни проходил, и каковы бы ни были мои обстоятельства, даже если я вижу распадающуюся кожу, во плоти моей я узрю Бога. Я все еще буду надеяться посреди всего». И мы знаем, что Бог повернул его ситуацию ко благу и вернул ему вдвое больше, чем он имел. У него родилось вдвое больше детей. И, наконец, в Библии есть женщина, которая верила, что Бог способен изменить ее ситуацию. Ее имя Раав. Ее дом был в стене Иерихона. Израильские соглядатаи вошли в город, чтобы разведать ханаанскую землю. Они зашли в ее дом. Когда она увидела их, то поняла, что Бог сделает что-то, чтобы Иерихон пал перед великой израильской армией. Уходя, они сказали ей, чтобы она повесила красную веревку на свое окно. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными. Во второй главе Иисуса Навина сказано, что она повесила красную веревку на окне, она ухватилась за надежду, что Бог сделает что-то для ее семьи посреди разрушений. В седьмой день, когда израильтяне обошли город 7 раз и воскликнули, и затрубили в трубы, Иерихонская стена пала, дом Раав остался поверх стены, все, что под ними, погибло. В один миг оборвалась жизнь многих, но с окна ее дома виднелась красная веревка надежды на Бога. В тот день она и ее семья были спасены. Они не погибли. Их вытащили из дома, и они продолжали жить в мире, радости и надежде. Я хочу сказать вам сегодня, что Бог призывает вас иметь такую красную веревку надежды в глубине вашего сердца и верить, что Бог через кровь своего Сына Иисуса Христа, через красную нить крови Иисуса в нашем сердце, верить в Его кровь и надеяться на кровь Христа и на силу креста. И когда кажется, что все рушится, что не на что больше надеяться, Бог способен вас сохранить и даже изменить вашу ситуацию. Итак, как же нам иметь надежду даже посреди трудных обстоятельств? Слово Иеремии к пленникам было таким: «У Бога есть план. Бог слышит ваш вопль, и Бог изменит вашу ситуацию». Пожалуйста, не переключайтесь. Я вернусь через пару минут, чтобы закончить сегодняшнее послание молитвой, чтобы помочь вам держаться за надежду. Я так больше не могу. Мне так одиноко. Мама! Нет, перестань! Почему ты от нас уходишь? И куда нам теперь идти?
Позвольте доктору Билли Уилсону, президенту университета Орала Робертса, воодушевить вас, какой бы сложной ни была ваша ситуация, с помощью книги под названием «Зов Отца». Пожертвуйте $15 или больше на наше служение, и вы получите эту книгу. Вся информация на ваших... Один шаг? Нет. Каждый мой шаг продвигает меня вперед в моих отношениях с Богом, с людьми, в моей мечте или в моем образовании. Отношения, которые я завязал здесь, будут всегда поддерживать меня. Образование определит мою жизнь, а духовный рост будет постоянно направлять меня. Это мое путешествие, но все начинается с одного шага. Я двигаюсь вперед. А вы? А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза. Сегодня мы говорим о том, что должны держаться за надежду. В последней части программы мы говорили о том, что Раав ухватилась за красную веревку в окне ее дома. Она имела надежду даже тогда, когда все вокруг рушилось на глазах, надежду на то, что она будет спасена и ее ситуация изменится. Хочу вдохновить вас сегодня держаться за красную веревку крови Иисуса и за силу креста вашим сердцем и верить, что Бог вас спасет. Божье послание к пленникам в Вавилоне звучало так: «У меня есть план для вас, я слышу ваш вопль, я избавлю вас из вашего плена». Я верю, что сегодня вы можете иметь надежду, что бы ни происходило. Если все вокруг терпит крах, и ваши обстоятельства сгущаются, и вы уже долгое время чувствуете себя на дне океана жизни, Бог знает, кто вы. Мы хотим помолиться о вас. Он пообещал, что услышит ваш вопль. Почему бы вам не позвонить мне по телефону и не рассказать свою историю, что происходит в вашей жизни, какие у вас обстоятельства и с какими трудностями вы столкнулись. Мы хотели бы соединить наши молитвы с вашими, чтобы Бог изменил вашу ситуацию во славу свою. Если Бог мог сделать так, что 99-летний мужчина и 90-летняя женщина родили сына, если Бог смог повернуть обстоятельства на благо Иова, смог спасти Раав, Он может изменить вашу ситуацию и избавить вас. Я хочу вдохновить вас прямо сейчас ухватиться за ту надежду, которую вы имеете на Бога. Ваша величайшая надежда на Божий вечный план, что даже если мы умрем, даже если погибнем, мы имеем вечную надежду в Иисусе Христе. Он воскрес из мертвых. Он живой. Он наша надежда вовек. Я уповаю на Него и имею надежду в любых обстоятельствах. Я Билли Уилсон. Это программа «Мировое влияние». Мы вдохновляем вас держаться за надежду и продолжаем говорить об Иисусе этому миру. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом университета Орала Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру через конгресс Empower 21. Получите более подробную информацию об этом и других запланированных мероприятиях на веб-сайте, который указан на ваших экранах. Также вы можете попросить нас о молитве, поддержать это всемирное служение или поделиться своим свидетельством по телефону, который сейчас на ваших экранах.